В районном центре на ряде улиц, а точнее там, где стоят светофоры, стали появляться металлические ограждения. Курагинцы, неосведомленные, в чем причина их появления, комментируют новшества в соцсетях и недоумевают, зачем такое сомнительное украшение улицы. У сотрудников ГИБДД есть ответ на этот вопрос. Оказывается, такие ограждения должны быть обязательно. На территории муниципального образования поселок Курагинский в настоящее время каждый светофорный объект обустраивается в соответствии с требованиями ГОСТа, ограждающими устройствами для того, чтобы избежать выход пешеходов на проезжую часть дороги в непредусмотренном для этого месте. Теперь понятно, что ограждения устанавливаются для нашей с вами безопасности, уважаемые курагинцы. Остается два вопроса. Почему так плоховато выглядят эти ограждения и как продвигаться пешеходам по узкому тротуару в районе переулка Советского, особенно когда на нем стоят лужи после дождя?